Их призвание – отдавать часть себя на благо другим. Сегодня свой профессиональный праздник, поздравления принимают социальные работники. Тех, кто посвятил себя этому важному делу, в Белгородской области насчитывается около 5000 человек. Мы познакомились лишь с двумя из них, но успели понять, для них это не работа, а образ жизни. В гостях у пенсионерки Людмилы Дикаревой сегодня вновь социальный работник Светлана Лапина. Говорят обо всем, но главная тема, конечно, здоровье. Надо посидеть, у вас давление немножко нормализуется, хорошо. Все будет хорошо. Посижу, полежу. Светлана последние 8 месяцев каждую неделю приходит навестить 72-летнюю пенсионерку, чтобы помочь приготовить, оплатить коммуналку или просто прогуляться. В итоге общение переросло в дружбу. По образованию Светлана Лапина – инженер-металлург, но уже 20 лет работает в социальной службе Белгорода. Я уже как другой работы не представляю, я уже сроднилась с ней, потому что как-то уже и этими проблемами иногда и не то, что живешь, но все равно приходишь и думаешь, а вот там у того-то, то-то, думаешь, как там он сегодня. Сегодня у Светланы профессиональный праздник, но отмечать будет уже вечером в кругу семьи, когда навестит всех своих 11 подопечных. В числе тех, кто сегодня принимает поздравления, и ее коллега Елена Перетядько. Общий стаж в этой сфере уже 10 лет и считает, что это образ жизни. Соцработники – это люди счастливые, они могут помогать. И мы счастливые, потому что видим людей, которые после нашего ухода улыбаются. В День социального работника 15 лучших представителей профессии награждают на сцене Белгородского городского дворца культуры. Благодарственные грамоты вручает лично глава региона Вячеслав Гладков. Человек не может быть один. И в самую трудную ситуацию рядом с ним оказываетесь вы. Спасибо вам большое за профессиональным праздником. Хочется, чтобы вокруг была вас всегда была вот такая позитивная, яркая, добрая атмосфера. В Белгородской области почти 5000 социальных работников. И каждый из них ежедневно дарит свое тепло, время и частичку души тем, для кого это невероятно важно. Это и пожилые, одинокие пенсионеры, и люди с ограниченными возможностями. Юлия Рожкова, Сергей Черкашин, Андрей Андрейко, Евгений Цапков. Такой день на мире Белогорья.